друзья, всем привет! Мы находимся на ЖК Ломоносов, город Ломоносов, Санкт-Петербург. Компания «Петрострой» строит. На четвертую очередь на стадии котлована не строится. И третий корпус стоит уже год, наверное, тоже не достраивается. Кран стоит, не работает, как вы видите. Давайте пройдемся сейчас. Эй! Привет, малышки! Ты где тут был? Вот такая красота у нас здесь, Ломоносова. Доминик, не упади. Привет. И стоит стройка, как всегда. Нет, дом красивый, конечно же. Такой парк вблизи. Thank you.
Thank you.
То есть я там провалился в воду сейчас, треснул лед. И такая красота вблизи ЖК Ломоносов. Прекрасный парк, камыши, знаете, как красиво. Вопрос бы, еще достроили бы 3-4 корпус, и было бы вообще всем отлично. Ну, не вешаем нос, ребята, я уверен, правда на нашей стороне. В любом случае мы свою квартиру должны получить. На этом давайте мы заканчиваем наше видео. С вами был канал ДТВ. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписки. Предыдущее видео, кстати, набрало почти 1000 просмотров. ЖК Ломоносов. Вот. Ну, думаю, что это видео также не меньше будет интереснее. На немножко другом формате мы больше показываем все-таки окрестности, чем стройку. Но стройка, как видите, стоит она. Вот, ладно, всем пока-пока. И удачи, до встречи, друзья.